Ну, что тебе там рассказать-то? Спрашивай. Я у тебя этот воблеры, мегабас нормальный, нет? Мегабас, воблеры, да. Ой, Вова, ни хера, ты знаешь сколько? Те, которые я покупал по 800 рублей, сейчас по 2000 лежат. Короче, вожу в курс дела. Сейчас в гостях в доме. Четыре коробки с полные с воблерами мегабас. У богатого рыболова. Брать? А почем они? Бесплатно, четыре коробки. Да, конечно, бери. Вова, мегабас, это что? Это офигеть какие. Короче, ну мы сейчас зачищали дома рыболова богатого, дом зачистим. Четыре коробки мегабаса. Да, бери все, что будет там. Ну смотри, только аккуратно. Я уже взял мегабас. Потом да. Балисонг, Миноу. О, вот, да. Балисонг, что еще здесь есть? Что там у него еще? Если леска, крючки есть или плетенка. Ну я сейчас возьму бойцов, еще схожу, посмотрю. А только коробки, кстати, не взял. Смотри аккуратно, да, аккуратно, Вова. Ну, короче, все забираю, да? Да, забираю все и говорю, если попадутся тебе тройники, там крючки и лески какие-нибудь. Ну, только не Китай. Не, ну я вообще говорю, ну я не знаю у него там. Но спиннинги я не смогу вести, не обессудь. Не, ну бери то, что можно брать там. Ребятам кому-то дай на хранение. Кто не рыболовный. А так, мегабас, да. Джаскал, Лайкикрафт. Лайкикрафт. Вот запомнишь это? Ладно, все, хорошо возьму. Ну да, у тебя так все нормально, да? Да. Ладно, ты давай там смотри аккуратно, не забудь, что такое растяжки и прочие все сюрпризы. Да. Лазите там, смотрите аккуратно. И чтобы, помню, там мародерство не приписали, блин. О, ну это да, это вроде как трофей, ну смотри аккуратно. Чтобы вас там не фотографировал никто, а если сейчас они скажут, потому что...